Каждую весну в микрорайоне Юго-Восточный появляется озеро. От весеннего паводка страдает вся улица энтузиастов. Однако больше всего достается домам номер 58 и 58/1. В доме Елены Толок совсем маленькие дети. Младшей дочери всего 2,5 года. Именно поэтому Елена и Валерий обратились в нашу телекомпанию. В доме холодно и сыро. А обращение в администрацию, по их словам, пока результата не принесли. С 2014 года это вот идет наша проблема, то есть беда. Беда, можно сказать, всей улицы нашей, вот улицы энтузиастов. Каждый год у нас полный подвал воды. Мы многодетная семья, печку затопить мы не можем. Вот сейчас вот у нас сырость в доме, холодно. Сегодня вот вообще мы спали, мы просто отключили свет, потому что боялись, что замкнет электричество. По словам местных жителей, еще в прошлом году городские власти пообещали поднять дорогу. Тогда бы проблема с талыми водами была решена, однако ВОЗ и ныне там. Вот подвал в доме, в котором находятся все коммуникации, там находится котел отопительный. Он сейчас затоплен, вода там где-то около метра высотой. Жители Юго-Восточного все же надеются, что их обращение услышат городские власти и предпримут меры. Люди сетуют, жить в холодных и мокрых домах они просто устали. Каждый год ситуация повторяется. Как говорил товарищ Шестернин, что все-таки вопрос об отводе талых вод, это он должен стоять на первом месте. Конечно, решаться он должен будет, я так думаю, долго. Да, ну, к какому-то концу, я считаю, нужно прийти. Во-первых, посмотреть где-то, куда-то ее можно все равно отвезти. Поэтому надежда только на наше руководство. Сегодня жители микрорайона Юго-Восточный обратились в городскую администрацию с официальной просьбой о помощи. Наша телекомпания будет следить за развитием событий.